Всем привет, с вами я, Александр Сучков. Сегодня вот я приехал наконец-то сюда, как и обещал. Спасибо, что набрали лайки так быстро. Всего лишь за неделю, ребята. Вот, короче, я приехал сюда, на место прям. Короче, жду его, я не знаю, он сказал, что вот ночью придет. Где-то к часам 11, где-то. Сейчас уже почти 11, так что вот жду его. Охрененно будет, конечно, ребят. Я его точно сейчас изобью. Так, ну я не знаю, он сейчас и придет, нет. Потому что жду я его уже минут 5, наверное. Ребят, потому что я не знаю даже, чего здесь ожидать. Свет здесь, конечно же, не очень. Темнота здесь вообще ни хрена не видно, ребят. Так, ну что ж я могу сказать. Сейчас, ладно. Постою здесь еще полчасика. Если он через полчаса не придет, я просто сваливаю отсюда, потому что реально я уже несколько дней. Вот еще это место, я нашел это место. В общем, чтобы вот это найти все-таки его. Ладно. Давайте я пока похожу здесь. Потому что реально он. Его долго уже нету, я жду здесь уже полчаса, я уже сказал. Ну, минут 30 точно, наверное, жду уже. Нифига, район-то какой. Куда я вообще пришел, я не знаю. Чего здесь ждать-то? Что здесь вообще будет? Короче, ладно. Может, он даже не придет сегодня. Ну, короче, будем ждать, наверное. Вообще, охренеть. Если он не припрется, я ему в скайпе прям, вот приеду когда к себе домой, я ему в скайпе прям все скажу, типа, что ты не пришел, что ты прям здесь, как будто прийти не мог. Ребят, ну короче, вот как-то так, не знаю, что сейчас будет, блин, здесь. Может будет что-то, может не будет, ну, видео как-то продолжается, в общем. Здесь мало людей ходит, поэтому он специально выбрал, наверное, это место. Договорился. Он сказал, где-то он здесь ходит, здесь где-то, то есть живет. Где-то из этих домов. Ну хрен знает, где он живет. Конечно, вообще. Пятиэтажные, блин, дома. Не, тут есть девятиэтажный, вон он там. Блин. Куда я приехал? В какой-то реально городок здесь стоит. Тут какие-то, блин. И почему ночью? Я вот сюда пришел где-то, вообще на место шел я с 9 часов. Вот. И хрен знает вообще. Потому что, ребят, это будет, конечно, прикольно, если он не придет. Это будет, конечно, офигеть просто, ребят. Вообще темнота, короче, уже началась. Как бы я только вот на свету могу снимать. Вот где-то в этом подъезде он живет, но сегодня я точно к нему домой не пойду, потому что это как бы, ну как бы это неправильно. Я пойду завтра к нему утром, если он сегодня не придет, потому что сколько я там потратил, чтобы приехал сюда именно, в этот город, вообще который я ничего не знаю, здесь просто так приехал. Вот сейчас ожидаю, в общем, его. Короче, я не знаю, что сейчас будет. Нифига, короче, здесь нету. Офигеть, зачем я сюда приперся? Ладно, ребята, сейчас подожду еще минут 5 и сваливаю я отсюда. Но здесь сидеть вообще реально уже становится интересно. Я как дурак здесь сижу уже полчаса. Тут все ушли уже ночью, ребят. Спать уже, наверное, все пошли. А я здесь стою как дурак на каком-то городке, здесь пустые улицы. Охренеть просто. Блин, это где? Где? Охренеть, где? Кто? Это тут, блин. Да, блин. Ребята, короче, он что-то начал делать. Я, походу, кого-то видел. Ребята, так, я через круг снимаю какой-то. Так. Так, где он? Здесь кто-то есть. Блять, да он здесь где-то, смотрите, вот. Я,
камеру показываю. Он здесь где-то ходит. Он пришел. Так. Так, я спрячу здесь где-нибудь. Так. Ни хрена, короче, не видно здесь. Ладно. Так. Блин. Короче, он начал что-то делать здесь. Походу стреляют уже, блин. Надо, короче, валить отсюда нафиг. Надоело как бы. Как-то. Блин. Так, все. Блин, я побежал, короче, отсюда нафиг. Блин. Блин. Короче, все. Это дофига. Это охренеть. Он, короче, начал стрелять. Я не знаю, он, не он. Потому что он матом сейчас ругался. Он где-то... Блин. Все. Давайте, короче, сейчас продолжаем. Я сейчас, конечно, убегу. Блин, он здесь. Блин, капец.